Как ты прекрасно играешь на скрипке. Кто же тебя этому научил? Наверное, никто. Я всегда умел играть. Даже когда был совсем маленьким. Мы, кузнечики, все умеем играть на скрипке. Это же так просто. Вот, смотри. Я попробую. Пожалуйста. Ой. А ты кто, а? Я? Скрип я. Скрип. Вы нам мешаете. Я помогаю. Развеселый, добрый скрип. Есть в окошке. И в двери, пу-пу-пу-пу-пу-пу, в тормозах велосипедов, и в машинах посмотри, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нет, не сделал он ошибки. Он позвал меня из скрипки. Я так хочу помочь ему, но просто очень. Что вы? Это невозможно. Не отказывайтесь, я помогу. Продолжайте. Закрой! Закрой! А? Чего закрой? Глаза! Ну вот, у меня почему-то ничего не получается. Я получаюсь! А мне так хотелось играть на скрипке. Ой, почему ты такой грустный? Потому что я не умею играть на скрипке. Ну и что? Я тоже. Мы даже петь-то не очень умеем. Но я вовсе не грустный. Ну, да кто ты? А вот кузнечик умеет. Он просто прекрасно, замечательно играет на скрипке. А я нет. Возьми да научись. Кузнечик не учился, а умеет. Они, кузнечики, все умеют играть на скрипке с детства. И я хочу с детства, сразу. Тогда тебе поможет только чудо. Чудо! Чудо! Чудо, чудо! 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 Чудо, 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 чудо! Чудо! Чудо? Какое? И сделайте, пожалуйста, так, чтобы я сразу заиграл на скрипке, а? И так же хорошо, как кузнечик, а? Ну что ж, пожалуй, я могла бы совершить такое чудо. Только ты должен мне помочь. Ой, конечно, конечно, я помогу! Но чудо это совершится не вдруг и не сразу. Да? Почему не сразу? Слушай внимательно. Сначала ты должен пойти к певчему дрозду и делай все, что он попросит, пока не услышишь от него одно слово. Молодец. Певчий дрозд? Молодец. Ну-с. Повторим. Пара, па, пара, та, 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 не,
Хватит. Хватит. Ну, вот здесь. Ты спел неверно. Начнем сначала. Не-не-не, а ну, еще раз. О, недурственно. Вот что значит постараться. Теперь новое задание. Два веселых гуся. Чудо, чудо, чудо. И. Два веселых гуся. Откуда здесь гуси? А ну-ка, посложнее. Правильно? Просто великолепно! Молодец! Что? Молодец! И будет чудо! Какое еще чудо? Что с ним? Не понимаю. Думаешь, получится? Должно. Он же сказал. Молодец. Еще бы! Вот это чудо! Как же так? Что-то тут сова хитрит. Кузнечик на ней играет. Играет. Значит, музыка в ней есть? Должно быть. Так нужно ее оттуда достать. Как? А мы ее откроем. Чем? Это что? Скрипка. И скрипка. А это? Ключ. Какой? Скрипичный. Пусто? Пусто.
Вот так чудо. Она как заскрипит, а он ее ключом. Кирпичным. Скрипичным. Да, поспешил ты. Нужно еще одно маленькое дело сделать. Какое? Скрипку ты ведь совсем в руки не брал. А нужно с ней в руках услышать слово «молодец». Давай сделаем так. Когда же чудо? Знаешь, как нам трудно. Ну как? Старается. Молодец! Чудо! Молодец! Это не я. Это все тетушка Сова. Это она совершила чудо. Чудо? Никакого чуда не было. Просто ты, молодец, трудился по-настоящему и научился замечательно играть на скрипке. Молодец! Это слово... помогает делать чудеса. Как же так? А вот так. Но только...